Настоящее озеро образовалось под мостом проспекта Вахитова в минувшее воскресенье. Как объяснили позже чиновники, потоп произошел из-за короткого замыкания на силовом кабеле насосной станции. Неисправность вроде бы устранили, но спустя пару дней история повторилась. В среду участок дороги на проспекте Вахитова опять перекрыли. На место пригнали дорожную технику. На этот раз причина не поломка насоса, а излишки воды, заявили коммунальщики. Вся вода с Московского проспекта, ливневки, верхние ливневки по Московскому проспекту, по второстепенной дороге Вахитова со стороны, где Компи, и со стороны, с другой стороны, где 30-й комплекс, вся вода по развороту, вода пошла вниз. Объем воды увеличился в два раза. Насосы не успевали откачивать. Мы туда поставили дополнительные машины, ну и откачали. Но такой ситуации, как в воскресенье, там не было. Сейчас на этом участке работают два насоса. Если оба будут включены, ситуация не должна повториться. Однако дать гарантию чиновники не готовы. Между тем прокуратура потребовала от исполкома в короткие сроки устранить все нарушения. Скопление ливневых сточных вод не только парализовало движение транспортных средств, но и может привести к загрязнению почвы, расположенной вблизи дороги. По результатам проверки в исполнительный комитет города направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Обязанность по содержанию ливневок, согласно заключенному муниципальному контракту, лежит на предприятии автомобильных дорог, отметили в прокуратуре. Эльвира Ермакова, Петр Греков, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».